Итак, есть так называемый... Мусор собирать, я так понимаю, мы сегодня так будем. Так называемый закон Барнулли. Суть его в следующем. У нас с вами в легких примерно 3-4 литра воздуха. Объем такой. Так. А сейчас я попрошу тебя, Лера, при помощи такой импровизированной соломинки, набрав в свои легкие воздух, надуть этот мешок, пакет. Готово? Так сказать, давай дунем. Ох. Готово? Все, давай, помещай, пожалуйста. Давай. Я набираю. Не очень понравилось, да. Давай, подожди. И вот проб. Давай. Я чего-то о тебе не знаю, Лер. А теперь суть эксперимента. Я тренировалась всю ночь. Ты поняла, да, что за один раз выдохнуть весь свой объем легких не получится. И к тому же не получилось набрать воздух в пакет. Есть закон Барнулли, который гласит следующее. Возьмите, пожалуйста, пакет. Угу. Раскройте его, да? Раскройте, прям раскрывай. Мы вот так вот не делаем. Уже очевидно, что он будет полон, да? Ну, окей. Угу. Далее. Набираем воздух в легкие. И вот таким вот образом начинаем дуть. Закрываем. И вот наш с тобой пакет полон воздуха. За один выдох. То есть мы с тобой в целом ничего не... Ты дыши, пожалуйста, дыши. А, я забыла. Так вот, этот закон гласит, что из-за того, что разряженный воздух начинает себя втягивать в пакет, пакет набирается. Чудесно. Это в жизни нам пригодится? Нет. Ну почему? Но зато можно устраивать такие веселые игры со своими детьми. Может быть, соревноваться с ними, кто быстрее и больше это сделает. Ну подожди, а ты через трубочку сколько сделаешь? Давай проверим. Давай, ради любопытства. Все-таки... Давай. Как бы... А то, что это? Ну что это, да, в трубочку и не попробовать, конечно. Трубочку надо подуть сегодня. Итак, ты готова? Да, ну ты уже там набрал. Хорошо. Хитрец. Подожди. Как следит-то за мной, а? Готова? Давай. Все, ладно. Что-то где-то пропускает, кажется. По-моему, ничего не дуется у тебя. А нет, пошло, нет? Итак, сейчас мы узнаем. А кто будет судьей? Так. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо, давай. Все, спасибо. Спасибо, Илья. Очень интересное развлечение. С самого утра. Действительно. Меня оно зарядило. Зарядило. А тут что? Подышали. Гимнастика, конечно. Дыхательная гимнастика. Ну все, папа может подсказать, сделать может только вы.